Всем привет! Давайте сегодня с вами засолим рыбу, чтобы потом сделать нам с вами вкусные роллы. Для этого нам понадобится сальмон, апельсин, белый перец, паприка, соль, немножко сахара. Значит, нам надо ложка сахара. Две ложки соли. Раз, два. Перец. Я взяла белый, можно черный. Ложку. И паприка. Тоже ложку. Все это перемешиваем. И вот этим сейчас мы будем засаливать нашу рыбу. Также нам понадобится апельсин, его надо нарезать кружочками. Нарезаем. Берем нашу рыбу, открываем. Так. И приступаем к засолке. Складывают в такой контейнер. Вы смотрите, как вам удобно. Беру такие кусочками. Вначале кладу апельсинки. Смазываем нашу рыбку. С одной стороны. И с другой стороны. Так, смазали. Положили. Сверху апельсинки. Так, делаем так дальше. Смазали. С двух сторон смазываем. Рыба получается очень вкусная, малосоленая. Кладем сверху апельсинки. Кладем тоже сверху и покрываем апельсинами. Все, и убираем в холодильник, чтобы оно засолилось. Рыба засолилась, и мы будем делать сейчас роллы. Вот такая рыбка красивая получилась. Мы нарезали. Подготовили огурцы, авокадо, рыба, сыр, Филадельфия, рис отварили. Зальем сейчас туда уксус, ложечку. И перемешаем. Все, рис мы перемешали. Берем нори. Кладем рис. Раскладываем по листику. Распределили рис. Переворачиваем. Кладем сюда сыр. Огурец. Авокадо. И закручиваем ролл. Подминаем. Все, вот такой красивый получился. Теперь выкладываем на него рыбку.
Когда рыбу положили, немножко вот так надо взять и примять, чтобы она получше держалась. Разрезаем пополам вначале. Потом вот так. И вот так. 8 штучек должно получиться у нас. Выкладываем красиво на тарелочку. Вот такие красивые они получились. Нам надо соевый соус. Васаби. И имбирь. Ну все, суши готовы. Теперь будем пробовать. Очень вкусно. Нравилось, мы пойдем сейчас дальше делать. Покажу вам, сколько у нас много получится суш. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я даже. Вот еще пробуют. Бать идут. Вот еще у нас эксперт пробует суши. Уже все съели, еще будем пойдем сейчас делать. Вот у нас сколько получилось, плюс к тому фото. Вот сколько у нас получилось, плюс поели еще. Ну, на этом все. Делайте роллы. Рекомендую. Ставьте лайк, подписывайтесь. Все, пока.